20 апреля в Берлине пасмурно, но осадков не предвидится. 6 градусов выше нуля. В Варшаве утро будет солнечным, а вторая половина дня пасмурной. До 6 тепла. В Вильнюсе облачно, 5 градусов со знаком плюс. В Минске утром ясно, днем и вечером пасмурно, 5 градусов выше нуля. Ясная погода ожидает жителей и гостей Санкт-Петербурга, плюс 3. В Москве в первой половине дня пасмурно, небольшой дождь, а во второй половине дня станет солнечно и до 4 тепла. В Калининграде 20 апреля переменная облачность и никаких осадков. Температура воздуха днем 8 градусов со знаком плюс, ночью до 1 мороза. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление медленно повышается.